2 августа, в день пророка Божьего Илии, Святая Илинская Церковь отметила 95-летний юбилей, который собрал под своими сводами многочисленных верующих из числа прихожан, а также патерицев и гостей курорта. Само здание храма, его внутреннее убранство и территория были красиво украшены, а от ворота до ступени Илинки выстелили ковер живых цветов. Казалось, что в этот день более звонко и торжественно раздавался колокольный звон. На празднике присутствовали священнослужители Евпаторийского благочиния, а также храмов Украины, Белоруссии и России. Почетным его гостем стал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, которого у ступеней храма хлебом с солью встречали прихожане. Уже в самой церкви митрополита торжественно встретил ее настоятель Георгий Куницын. Он подчеркнул особую значимость происходящего события и поблагодарил Бога за то, что Илинский храм, достойно пройдя непростые испытания временем, возродился и с уверенностью смотрит в будущее. Отрадно, что на именины церкви пришло так много людей, которые будут искренне молиться и просить Всевышнего, пророка Божьего Илию и других святых о даровании телесного и физического здоровья, обратился ко всем присутствующим владыка. Желаю вам душевного спокойствия, мира и любви. А то, что сегодня происходит за пределами храма, зависит и от всех нас. Поэтому призываю вас быть благочестивыми, трудиться во славу Господа и неустанно молиться. Затем состоялась божественная литургия, а по ее окончании благодарственный молебен. Прошел и традиционный крестный ход вокруг храма с чудотворной иконой пророка Божьего Илии. После чего владыка еще раз поздравил всех с великим праздником, призвал хранить православную веру и единство церкви, быть ревностными христианами и посещать храмы. Слышите, Бог?